Lucky Block Незарит против Lucky Block Алмаз. Сегодня в этом ролике мы проверим, какой Lucky Block окажется более удачным. А вы прямо сейчас поставьте лайк на это видео. Это очень-очень важно. Сделайте за 2 секунды две вещи. Первое — это поставить лайк, а второе — это подписаться на канал. Реально несложно это сделать, поэтому давайте, ребята, не ленитесь, сделайте это прямо сейчас и напишите, что вы болеете именно за Незарит, потому что он лучше. Алмаз баще, алмаз. Он вообще супер-дупер. Нет, Лёнь, алмаз уже в отстое. Алмаз уже в прошлом, ведь сейчас самый лучший — это Незарит. Так что, Лёня, спорить здесь, я думаю, смысла нет. Смотри, какой мне ножик сразу выпал, а. Нет, лучший этот подписчик, что поставил лайк. Тут, Лёня, я с тобой полностью согласен. Да не трогай ты жителя, то нафига ты его скинул. Все, это тебе карма. Попался в ловушку за жителя, вот тебе получай. Смотрите, мне выпало... А, я, да, вот там просто пишешь код и все. В смысле код? Вот, смотрите, сейчас я посмотрю. Вот так вот, значит, ты выбираешься из этой ловушки. А я, Лёня, возьму и около своего Lucky Block сделаю свою платформу, на которой, в принципе, буду и выживать. Да, минус Леонид Андреевич. А все, все, подыхай. Ты хорош, это нечестно, ты читак, Лёня, это вообще нечестно. Напишите в комментариях, что Лёня играет нечестно в Lucky Block, и вообще, он должен был подохнуть в ловушке, но он не подыхает. Смотрите, еще в креативе бегает. Ты, зараза такая, хватит свои Lucky Block на моей платформе ломать. Давай лети вниз в ловушку, как тебе и следовало быть. Понятно? Лёнь, все, ты ко мне, если подлетишь, я тебя ударю вот этим ножичком. Шо? У него 65 тысяч урона. Ничего себе. Да не ломай ты здесь Lucky Block свои. Иди-ка отсюда, я их сам сломаю. Я, может, мне из них что-нибудь хорошее выпадет. А что они почему не ломаются? Что происходит, ребят? Что это за странные Lucky Block, которые сломаться не могу? Вы откуда здесь? До свидания, мистер Дяденький, вы мне здесь вообще не нужны. Опа, не нравится мне это все дело. Ты где? В смысле где, Лёня? Я на своей платформе, где в принципе и был. А почему они не ломаются? Кажется, у нас Майнкрафт сломался полностью. Ребята, что происходит? Леонид Андреевич упал с высокого места. Короче, это какая-то... аномалия произошла, но, ребята, все, мне это что-то как-то не нравится. Давайте мы доделаем нашу платформу, но я очень надеюсь, конечно, что она не взорвется. Брат, как ты там, брат? Чё кого? Чё как движуха? Мутишь? Лёнь, ты чё там? Совсем уже куку, что ли, а? Все нормально у тебя? Так, ребят. Короче, ребята, все, у меня совсем чуть-чуть блоков осталось. Давайте доделаем платформу. Хочешь подышать ароматом Франции? Франции? Ну, давай, Леонид Андреевич. Ты чё, дурак, ты в меня эту зельку с газом, что ли, кинул? Какая нафиг Франция? Вот это Лёня, ребят, просто Лёня, не обращайте на него внимания. Леонид Андреевич выпал из мира. Он еще и сам подох только что. Вот зачем, спрашивается? Нафига я делаю эту платформу? А, что там? Там что, огород из деревни? Я же это, ну, своими глазами вижу. Что ты там ржешь, Леонид Андреевич? Давай-ка, мы сейчас сломаем вот этот колодец, мне выпадет картошка. Надо Лёне, короче, будет скормить вот эту ядовитую картошку, поэтому мы ее оставим у себя. А все остальное выкинем, зачем это? Нет! А, картошка, давай, давай. Да... Хорош, ты меня убивать, ты зараза шоколадная, я из-за тебя возродиться теперь не могу. Так, все, ребят, мне нужен хороший меч там или лук, чтобы я мог дать под задницу этой шоколадной жопе. Ой, прости, я думал, что это не сюрикен. А, там было написано, что это сюрикен, но ты думал, что это не сюрикен? Лень, ты вот реально глупый. А, да, я так и думал. Все, окей, я тебя запомнил, мне выпал бедрок. Что? Стоп, что? У меня теперь в руках есть бедрок, с помощью которого я смогу забраться вот сюда, поближе к этой заднице. Но, сейчас, секундочку, ребят, мне нужны блоки какие-нибудь, чтобы я мог до него добраться и отомстить, потому что я это должен сделать. Нифига себе, сколько незаритовых блоков мне выпало. Точнее, незаритовых лаки блоков. Нет, вот я дурак, зато блок выпал, класс. Не приближайся, чел, или хана тебе. Хана мне, значит. Мне, значит, хана. Окей, Лёня, я тебя запомнил. Ты... Сейчас не понял. Подожди-ка, ты меня что, сейчас ударил, что ли? Я предупреждал! Серьезно, ты предупреждал? Иди-ка сюда, я тебя сейчас предупреждать буду. На, ты, зараза шоколадная, получай. А еще и возродиться он сейчас не сможет. А блоки мы у него здесь, пожалуй, соберем. Они мне понадобятся. Сори, я думал, ты позитивный. Да, я позитивный, только... Ты что, ко мне телепортнулся? Ну-ка, давай, Лёня, отстань-ка от меня. Давай-ка, давай-ка, иди отсюда нафиг подальше. Посмотрите, какой Лёня, зараза. Так, ну-ка, иди с моих лаки-блоков. Давай и не мешай мне их тут ломать, понятно тебе? Я
сначала моя свалила Лакиблоки, а ты свали отстойный в этот алмазный. Напишите, ребят, в комментариях, что мой Лакиблок реально круче. Фу-фу, какая бука. Я тебя сейчас поменяю на другого подписчика. Чего ты сказал? Так, все, уже хватит с меня. Я предлагаю, ребята, вам вместо Лёни, в общем, зайти ко мне в ролик. Понятно? Вы подойдете, главное, меч возьмите с собой вот такой вот огромный, подходите и просто вот так вот раз по Лёне, и все, чтобы он не выпендривался много, а то что-то слишком много разговаривает. Но я возьму самого активного только подписчика, который, ну, во-первых, на канал подписан, во-вторых, лайк поставил, и в-третьих, написал комментарий, что он за незаритовый блок, лаки блок. Вот так вот все. О, все, чел, ты допрыгался! Ах ты, зараза такая, ты посмотри-ка на эту задницу. Все, чел, ты допрыгался. Мне, короче, выпал странный какой-то лаки-блок, зачарованный. Давайте мы его сейчас откроем. О-о-о! Вот это не зря, вот это... Ой, а как же так... Что происходит? Я же его убил. Почему вещи до сих пор скидываются с Лёни? Чё происходит? Я не понимаю. Но меч хороший, хороший. Если я нажимаю правую кнопку мыши, то Лёня подыхает. Вот так вот, смотрите, покажу вам еще раз. Смотри. Да хватит кидаться этой бутылочкой с газом. Блин, сам, наверное, пукнул в эту бутылочку и в меня ее кидает. Ты, блин, Лёня! Все, ладно, короче, давайте так. Ой, блин, эти колодцы сейчас очень опасная вещь, потому что если заспавнится какая-то фигня, например, динамит, то все. Все, здесь взорвется, а я этого как-то не хочу. Мне выпали наконец-то какие-то ботинки. Хоть. Это ты в меня бросил сейчас, да? Нет, я вообще, ну, сижу, пержу. Я, Лёня, все видел только что. И я сейчас из-за тебя сгорю. Тебе повезло, у меня осталось 1.5 хп. Но повезло тебе только всего лишь на 5 секунд. Ведь я к тебе приду и тебя замочу. Шо? Я тебя убить не могу мечом, у которого 1 000 000 урона? Это как? Это спрашивается как? Реально 1 000 000, ребята, 1 000 000! Да, у меня просто 10 миллионов хп плюс реген. А, класс, класс, вот, отлично. А почему у меня такого нету? Почему мне такое не выпадает? Мне выпадает вот иссушение, например. Почему? Мне кажется, это нечестно. Мне должно выпадать хорошие вещи. О, погодите, что это такое? Ну-ка, это какая-то суперсила? Что за жесть, ребят? У меня слишком много эффектов стало. Я теперь вообще ничего не вижу. Но мне кажется, теперь я могу вырубить Леню. Серьезно, не могу. Все, Лень, я ухожу. Я вообще просто спрыгиваю нафиг. Все, мне не нужны эти эффекты ваши, знаете ли. До свидания. Я сейчас выбью лучше какую-нибудь себе защиту. Потому что я уже мощный. Вот реально, мечи у меня хорошие. Бежим. О, хорошо, что лаки-блоки, они не взрываются, и вообще мне повезло, я успел убежать. Да хватит мне одни колодцы, только спавнится. Почему? Где моя броня? Я не понимаю, что с моим лаки-блоком не так. Незерит должен быть лучше. У меня есть зато шоколадные ключики, которые могут сломать нам Майнкрафт. Те, кто давно, давным-давно подписан на мой канал, знают об этой фишке, знают, что эти шоколадные ключики нельзя кушать вообще никаким образом. Можно я промолчу просто? Можно я просто промолчу? Буду просто на это смотреть и молчать. Угу. Да, да, я это вижу тоже, как и вы. Я это вижу, ребята. Может, мой меч сработает, который всех убивает на каждом шагу вот так вот. Лёнь, помог? Ладос, помоги мне. Не бей. Смотри, я... Летаю! Ну что за фигня? Это левитация! Это не полет! Ну, Лёнь, пока. Лети сколько тебе надо, сколько хочешь. Я понимаю, что это левитация, но спасти я тебя не собираюсь. Нафиг оно мне надо. Мы уже с подписчиками договорились, что они ко мне придут в следующую серию. Эта зараза в меня что-то кинула. Так, ты, лети куда летел нафиг. Что ты в меня бомбы-то кидаешь, ты? Все, ребята, мне нужна реально бронька, чтобы я мог одолеть Леню. Потому что ему хана сейчас на ПВП, понимаете? Да какое сушение, не надо мне сушение, пожалуйста. Я же сейчас снова подохну. Жесть. О, пицца. Ребят, хочу пиццы, реально пиццы, пиццы хочу. Если я ее скушаю, я думаю, она даст очень хорошие эффекты. Но давайте, пока я ее не буду кушать, смотрите, какая она огромная. Лень. А ты где, Лёнь? А, вон ты где, зараза ты шоколадная. Ну чё, ты там готовься, мы сейчас будем проверять уже совсем скоро, чей лаки-блок лучше ты оказался. Я думаю, что тут понятное дело, чей лаки-блок. Только мне нужна броня, ребята. О, наконец-то. Стоп, что? Нет, они, куда они исчезли? Они только что здесь были, штаны, они же выпали. Да чё за фигня, почему они исчезли, ребята? Единственная бронька, которая мне выпала, почему-то куда-то исчезла. Очень-очень странно. Но зато есть печеньки, роза, фигня какая-то еще, зелька. Давайте. Штаны,
Они только что снова выпали и снова куда-то исчезли. За 40 гривен штаны. Роза? Из Brawl Stars? Да нет, обычная роза из Майнкрафта, Лень. Ты чё? Смотрите, выкидываем. Вот они штаны, вот они те самые. Теперь я наконец-то стал мощным. Да, может быть не таким, как Леня. Но, ребята... Еще и нагрудник. Все, ребята, вот это я понимаю. Я думаю, пора проверять, чей лаки-блок оказался лучше. Ну что, Леонид Андреевич, я беру свой самый-самый мощный меч. Я кушаю пиццу. Что происходит? А где Леня вообще, собственно? Леонид Андреевич выпал из мира. Лень! Как бы тебе сказать, ну ты как бы проиграл в битве, понимаешь, потому что ты из мира выпал, а это уже все как бы хана. Да, я думаю, что здесь никто не победит. Я считаю в незеритовой броне с незеритовым мечом, ну и вообще я тебя скинул. Все, Леня подох, я думаю, что я выиграл. Ребята, напишите в комментариях, какой лаки-блок оказался лучшим. Я знаю, что вы все болели за незеритовый лаки-блок, это было логично. Пишите комментарий, подпишитесь на канал прямо сейчас, вот здесь вот кнопка, нажмите на нее, прямо сейчас, нажмите. Вот реально, вы подпишитесь на канал, Леня надел нагрудник геймодом, а вы также посмотрите другие видео с канала. Вот здесь вот они находятся, смотрите их, ставьте лайки. Пока.